Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. В любви требует уважения, но часто портят отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Представители этого имени стараются прежде всего доставить радость другим, даже ценой собственной независимости и отказа от собственных желаний. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Владельцы этого имени постоянно ищут тонкие, незаметные способы доставить радость окружающим, будь то букетик цветов или выражение понимания и сочувствия своим близким. Эти люди умеют организовать других людей. Людям с этим именем свойственна болезненная неуверенность в себе, что может привести к комплексу неполноценности. Для того, чтобы выровнять чашу весов в их душе, нужно просто поговорить с ними. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.